Да, в общем, здесь гвоздь программы — это соло несчастного Попова. Как обычно, не попал никуда. Вот эти пассажи его, конечно, это все... Все развалилось. Лажно-лажно, да. Холостин вроде раскачался, по технике стало еще хуже. Мне больше всего поражает этот пассажи поповский. Вот это вот все, это, конечно, просто жесть.